В области решают вопросы с поставкой в регион необходимых лекарственных препаратов. Через посольство Казахстана в России ведутся переговоры с российскими производителями по поставке жаропонижающих, противовоспалительных препаратов и антибиотиков. И из договоренности с Борисовским заводом Республики Беларусь. В области в целях обеспечения медикаментами населения достигнута договоренность с владельцами основных аптек по вопросам отпуска лекарственных средств в пределах установленных цен и по нормам выдачи в одни руки. Для решения проблемы с медикаментами проработаны поставки новых партий лекарственных средств в регион. На сегодня в акционерное общество «Талаб» поступило 300 тысяч упаковок парацетамола, 45 тысяч упаковок ацетилсалициловой кислоты. В ТО «Стофарм» 2000 цефтриаксона, 1000 цефтри, гроприносин номер 50, 150 упаковок. 4 июля в ТО «Медсервис Плюс» поступят антибиотики в количестве 75 300 флаконов. К 10 июля поступят дополнительные партии парацетамола, ацетилсалициловой кислоты, анальгина, антибиотиков. Информация о наличии лекарственных средств в аптеках области будет размещена на сайте stopcovid.kz. В целях выявления необоснованного роста цен на лекарственные средства начала работу специальная группа, которая проводит мониторинг аптечных сетей города. Медицинские организации области также обеспечиваются медикаментами. Лекарства доставляются в стационары и в медицинские организации для амбулаторного лечения граждан, которые состоят на диспансерном учете и получают бесплатные лекарства по рецептам. Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в регион отгружены жаропонижающие, противовирусные препараты и антибиотики. В случае возникших вопросов по лекарственному обеспечению граждане могут обратиться по номерам телефона. Телефонов 51-27-66, 51-04-37. Жалобы и предложения принимаются по номеру 109.